C'est où ça? Lal. Бухари и пиздец, брат. Слушай, брат, и уже не поможет никто, ведь он сам не хочет все равно. Он теперь уже просто обычный бухарь, обычный синяк, который у подъезда сидит часто и пьет. Все, что горит, то, что горит, то и пьет он и допит. Звезды ему все равно, он бухает все где есть. Градусы побольше может тебе выпить спирту, но нету денег на него, эх беда. Эх беда, надо намутиться, брат. Братаны на свалке зрады, они очень рады, когда он со спиртом приходит туда, опохмелить всех своих, блядь, загрузился. Опохмелить всех своих ребят, бомжей, ребят. Беспризорники они воруют, что спирт себе купить, это понятно. И так живут они всю жизнь. Эх, что поделать с ними? Вау, он бухарь, он просит денег в долг, но я не дам, ведь не даст он никакой жеток. У них ведь денег нет, откуда они в долги не возвращают ни, никогда. Я уж занимаю и не хочу, я уже никогда им давать, денег им давать.